Привет, Диверс. На связи Strong Dad. Спасибо всем, что смотрите мою очередную реакцию на Димаша. Сегодня у нас, как я понял, фанкам. То есть это видео снимал фанат. И я не знаю точное название. Вероятнее всего, это «знай». А если переводить эти слова? Ты ascoltala voce? То это переводится как «слушай голос». Я не знаю, я могу только догадываться. Как вы знаете, я не смотрю эти видео перед реакцией. Я хочу, чтобы это было по-настоящему в первый раз. Что ж, присоединяйтесь. Давайте приступим и посмотрим это видео. Оператор, ты чё, стеклянный? Мне очень нравится эта песня. Она будто щекочет мои уши. Я про то, как он поет эту мелодию. Это как будто бы не совпадает с песней, но это подходит ей. Понимаете, о чем я? Мне это очень нравится. Возможно, кому-то из вас не понравится видео такого качества, как вот это. Это запись фаната, у которого, кстати, были очень хорошие места. Тут еще оператор ходит туда-сюда перед камерой. Но именно такие видео я обожаю смотреть. Говорю вам это как певец и исполнитель. Здесь нет монтажа, здесь нет обработки. И они не приукрашены. Поэтому я люблю это. И мне нравится само представление.
Вы знаете, если я был прав насчет названия, и эта песня называется «Слушай голос», то да, так есть. Великолепно. И там был еще забавный момент, когда Димаш включил режим Димаша и делал все эти удивительные штуки, можно было услышать восхищение человека, который держал камеру. Я это тоже почувствовал. И это было закономерно. Для того, кто никогда не видел Димаша и не слышал эту песню, очень красиво написанная песня и безупречно исполненная. Я ничего не знал об этом выступлении и об этой песне. И я рад познавать новое. Диарс, вы просто чудо, что помогаете мне с выбором. Всем, кто смотрит меня, огромное спасибо. Надеюсь, вам понравилось смотреть такое необработанное видео от лица фаната. Вообще, это мои самые любимые видео здесь на Ютубе. Желаю всем вам оставаться сильными.